Всем привет, с вами Флаттер, моя зеленая банда. Сегодня мы смотрим анимацию Discord, Король Лев. И мы озвучиваем... озвучиваем. Мы делаем реакцию на канале Мультплей. Перед началом... Скрытая реклама, да-да-да. Перед началом нашего ролика я попрошу вас всех подписаться на такой вот каналчик Мультплей, у которых есть огромное количество озвучек на комиксы, на всякие различные анимации по МЛП и всякое такое. Также проводятся всякие стримы, а также они озвучивают официальные серии МЛП, то есть My Little Pony, их озвучки, скажем даже так. Ссылочка будет обязательно на их канал в описании и на озвучку эту. Так что можете вы услышать, какая у них озвучка, и подумать, подписываться ли. И я на самом деле считаю, что стоит. Так что давайте-ка смотрим и услышите сами их озвучку. Называется анимация Discord Король Лев. Что ж, смотрим. I love Kim Possible. Лот сделала анимацию. Давайте-ка что-то новое посмотрим. Люблю все эти старые мультики. А вот этот так задолбал. Почему у него такие сборы? Кто знает. Прошу простить, но похоже, настало время и мне попробовать один из них. Вообще не больно, типа совсем. Оу. Дискорд, я бою на луну, и сегодня тот день, когда родился я. Окей, я не оригинален. Но, кстати говоря, знакомьтесь с моей роднёй. Своих-то у меня нет, так что я позаимствовал пару. Поздоровайтесь, Кейдис и Шайн Карма. Ой, да не злитесь. Я куда лучше отпрыск, чем... Ну, знаете, не Твайлайт, другая. Да. Вот это. Окей. Кажись, кто-то побаловался пони-креатором после встречи с Эмма Ларсеном, я прав? Серьезно? Вот это вот... Вот это вот шутеечка про пони-креатор, который я не ожидал. Слушай, это тоже нужна роль в этом видео. Посмотрим, каково бы мне убрать. Дай я тебя сменю, Кейденс. Не печалься, ты ж не против. Так вот, я был рожден, и у нас была крутая туса со всеми животными, пони, всеми, кто пришел погреться в лучах моей славы. Конечно. Меня даже сокора на копыта подняла. Как-то. Не знаю, как, может, там магией пользовалась, рогом, неважно. Но я должен... И Дискорд такой на скале. Я родился! Быть поменьше? А, вот так-то лучше. И потом отец предупредил меня о темных землях. Смотри, Симба, то есть Дискорд. Все, чего касается свет, это, ну, это часть эквестрии. И однажды мы все у тебя забрали. Как насчет тех... Окей. Темных земель. Мы туда не ходим. Это за пределами наших границ. Но разве, будучи королем, я не смогу делать все, что захочу? Нет, не сможешь. Позже. Ну, я когда-то был королем. Вот если бы тебя сделали королем, как бы далеко ты зашел? У тебя разве нет понятных друзей, с которыми чайные вечеринки устраиваешь или что-то в этом духе? Ой, да ты просто злишься, потому что я популярный, меня озвучивает Джон Дилэнси со второго сезона. А тебя озвучил тот чувак, который был лишь камео в эльфе. Достань моего уровня. Что я тут забыл еще раз? Еще позже. Почему именно ты, птица? Хочешь кинуть этого чувака и нарушить правила? О, без вопросов, детка. Окей, лол. Может, это было не лучшей идеей? О, ты думаешь? Одним посмотри разговором... на звезды. Окей. С них на нас смотрят бывшие и будущие короли. Одним разговором о большой ответственности. Посмотри на звезды. С них на нас смотрят бывшие и будущие короли.
Shining Armor, это странно. Может, снимешь меня? Ах, ладно. Ненавижу тебя, пап! Оу. Да здравствуй. Ненавижу тебя, пап! Мы уже много раз использовали позже. Да здравствует, принц. Нет! Нет! Ой! Почему здесь Дарт Вейдер из «Звездных войн»? Вали, это мой момент! Так, на чем мы остановились? И почему именно он на скале, лол? Эй! Ты мертвый? Пинки, нельзя просто так спрашивать, кого-то мертв ли он. Именно они, Тимон и Пумба, серьезно? А если его палкой ткнуть? У меня запасная веточка есть. Пинки, нет! О, зачем ты в меня палкой тычешь? Ее была идея. Ага, моя была. Одной встречи позже, короче. А почему мы орем? Серьезно? Отлично испортила момент. Ты должен вернуться. Нам нужен король. А разве это не твоя обязанность, мисс? И потом, мне тут нравится. У них есть все. То есть, только взгляни на это место. Так много хаоса. Ау, зачем ты? Ау! О, дорогая, не знал, что ты такое любишь. А что, если Тото из Африки выпустил короля льва? Лол. Сороби! Пусть только попробует тронуть мою лапочку. Но нам нужно отвлечь его. Лула! Если любишь мясо и увлекся колбасой, скажи, Пинки, ты ведь кусочек лакомый такой. А кудрявый хвост пахнет лучше рост. Здесь можно оттянуться полный рост. А, гекончик? Ням-ням-ням. Как вкусный пончик. Ням-ням-ням. Как кабанчик. Ням-ням-ням. Оу! Как же я обожал этот момент в «Короле льве», серьезно. Одним слегка сексуальным тазобедренным танцем позже. Дискорд, ты вернулся. Не было выбора. Селестия заставила. Приготовьтесь к высочайшему уровню эпичности. Получи, Тирек! Оу, нет! Как я смогу победить тебя? Ты не сможешь, Тирек! Ведь я полноправный король! И я точно надру тебе зад! Ооо! Ну ладно. Пропустим эту часть. Одним счастливым концом позже. Это сабля! Конец. А, вот и ты. Так, куда лучше? Куда лучше? А знаешь, ты прав. Будем надеяться, что Дисней нас не засудит. Погоди, что? Видео unavailable. Окей. Дальше продолжение есть? А, не, нету. Типа, те, кто озвучивали, те, кто делали. Что ж... Я хочу сказать, если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мультплей, потому что, ну, реально люди стараются по голосам, которые они озвучивали, ну, точнее, по голосам, там, допустим, Дискорда, Флаттерша, еще кого-то, реально можно услышать, насколько они стараются, то есть... Надеюсь, вы поняли. Ссылка на них будет в описании, как и на их канал, так и на это видео. С вами был Flutter. Всем удачи и всем пока.